где-то все в пределах Бангкока. Приятно проехаться. И калининградцы, обратите внимание на разметку. Скажем так, приоритет велосипедистов перед машинами. Не надо ничего расширять, не надо делать дополнительных дорожек. Просто сделал нормальную разметку, и велосипедист себя чувствует комфортно. И автомобилист, в общем-то, едет, прекрасно понимая, что у велосипеда здесь приоритет. Прикольно. Объехал нормально, по-человечески. Motorbike inside. Мотоцикл внутри машины. Motorbike inside car, you look there. Plant is food. Целая команда.